Всем привет, с вами Садчиков Игорь, и сегодня будем готовить нежный вкусный рахат-лукум. Вы только посмотрите, как он вкусненько выглядит. Просто пальчики оближешь. Во рту тает без всяких вопросов. Нам понадобится 3 апельсина, 1 лимончик, стакан сахара, стакан кукурузного крахмала и стакан воды. Разрезаем апельсин напополам и выдавливаем сок. С помощью соковыжималки, ручной такой. Делаем то же самое с лимоном. Напополам разрезали и также выжимаем сок. Недавно купил такую штучку, вот испытываю, но мне понравилось. Далее свежевыжатый апельсиновый сок выливаем в кастрюльку и ставим на медленный огонь. Также добавляем стакан воды, насыпаем сахар . Добавляем крахмал и на медленном огне все тщательно перемешиваем. Перемешиваем все до такой вот густоты. От плиты не отходим, пока не получим такую прозрачную густую жидкость. Далее берем стеклянную форму, смачиваем ее с помощью брызгалки, ну так просто проще. И выливаем горячий жидкий рахат-лукум. Все тщательно разравниваем. Как только он остынет, убираем в холодильник. И вот в холодильнике он застыл. Смотрите, какой получился. И нарезаем его кубиками. Далее приготовим подсыпку. У нас чуть-чуть сахарной пудры и 3 объема кукурузного крахмала. Все это перемешиваем. Берем кубики рахат-лукума и обваливаем в этой посыпке. И вот посмотрите, какой вкусный, аппетитный, ароматный рахат-лукум получился. Просто тает во рту. И обратите внимание, на переднем плане рахат-лукум очень обильно посыпан. А на заднем плане более тонким слоем. Посыпка нанесена очень тонким слоем. Делаю я ее совсем другим способом. Если это видео наберет 500 лайков, я расскажу, как сделать тонкую посыпку на рахат-лукум, чтобы не тратить много крахмала и сахарной пудры. Ну что ж, с вами был Садчиков Игорь. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Дальше будет еще интересней. Кушайте с удовольствием и всем приятного аппетита. Сделайте себе такой вкусный, замечательный рахат-лукум. Всем приветики!